Вячеслав Аркадьевич, кроме как фантастика не назовешь то, что произошло. Вы подарили городу уже победу. Расслабляться, наверное, не будете. Ну, здесь о расслаблении речь не идет, безусловно. Ребята сами сейчас это сказали. Тут попасть в финал и расслабляться, я думаю, что это не профессионализм. Поэтому сейчас должны порадоваться, выпустить эмоции, а уже в самолете начинать думать о будущем сопернике. Казань – серьезный соперник, поэтому будем готовиться дальше. Вы говорили, что ребята пишут историю, одна страница написана, хватит сил написать еще одну? Я думаю, они как в классном хорошем ресторане съели первое блюдо и появился аппетит. Я надеюсь, что... Да не надеюсь, я верю в нашу команду. Спасибо болельщикам за их веру, за их поддержку. Те, кто приезжал, те, кто был в Москве, те, кто в экранах телевизоров, по радио, может быть, или просто так болели. И я думаю, что сейчас желание еще больше войти в финал и добиться окончательной победы. Поздравляем вас еще раз. Спасибо. Спасибо. И всех с победой. Спасибо.